looking at me. I'm ready to go with you if you want me. Ну что, мы приехали домой, пришли вот в такой красивый вегетарианский ресторан. Викочка, дорогая наша любимая, мы тебе очень благодарны. Прям очень благодарны. Невероятный экспириенс, конечно, мы получили. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta ta. Ребенок у меня увлекся коньками. Они профессионалы, доченька. Как? Сейчас ты коньки купила, теперь тоже будешь скоро профи. Я не знаю, как вот так попробовать. Но это сначала в спортзале тренироваться, а потом, да, ты должна прыгнуть сначала на суши также, а потом на коньках. Да, видишь, тебя куда несет. А надо на месте. Анжелина смотрит на этого дядю и говорит: мама, а как этот дедушка, говорит, так хорошо катается? Я говорю, вообще-то он не дедушка, он вообще-то еще мужчина в расцвете сил. Как, говорит, старик этот катается. Посмотри на этого старика. Он очень молодой, красавец. Видно, что он в хоккей катался всю свою жизнь. Какой у нас разговор с тобой идет? Насчет чего? Если я... Мои ноги побрею, да. Они не будут... Они будут колючие у тебя. Нет, я проверила. Анжелина хочет побрить ноги. Я проверила. Я проверила все. И говорит, что нет, это будет одинаковое. Но я говорю, что брить ноги не надо, тем более в 9 я лет. Я хочу. Будут колючие ноги. Но Анжелина, ноги мохнатые, такие, как у папы. Я говорю, будешь богатый зато, значит. Короче, Анжелина хочет побрить ноги. Даром говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это чудо, и я хочу поделиться им с вами. Я поняла, что огромное количество желающих, ребят. Чудо заключается в том, что мои друзья захотели сделать айваску. Они прилетают сейчас из России. Они попросили меня узнать. Я делаю айваску всего два раза в год. Но тут я узнаю, что приезжает Гильермо. Гильермо, который и представитель племени Шипибо. Их всего насчитывается 200 тысяч человек, который из поколения в поколение несет знания. То есть это как Будда для буддистов. То есть он самый мощный шаман, но к нему невозможно было попасть. Так что вы думаете, с 10 по 14 в Италии будет ретрит, на котором я тоже буду присутствовать. Я могу оставить телефон Марины. Если вам нужно, мы сделаем вам бизнес-приглашение, если у вас есть виза, чтобы вы прилетели. Если вы в Европе, для вас это будет просто. Оставляю ее контакт. Я такое пропустить не могу. Даже то, что я делала это в Новый год, и я понимаю, что такая работа, как с ним будет, глубины такой не испытать. Вы меня хорошо знаете. Куда я еду? В таком виде. В спортивном прикиде. На свидание, на встречу, на долгожданную встречу или на долгожданное свидание.
кубиками меряемся. Меряемся кубиками. Но у меня живот после кактуса куда-то исчез, его вообще просто не стало. Всегда был. Ну, вы были правы, я на встречу ехала. Все знают. Все знают. Вот. Я спросила, куда я еду. А, да? Все угадали, да. На встречу ко мне! Да. О, боже. Ну-ка, покажи свой total look. Total look, говорю. Красотка. Говоришь, депари вещали, да? Цветы стали делать? Да, в этом году из-за ковида, наверное, да, денег больше нет. Это шикарный букет. Мне кажется, шикарный букет с вербочкой. И сон, который должен кончиться красиво. Ксения Анатольевна Собчак явно захочет узнать, каково держится там наркомания Виктории Бонни.
каково же оно? Это же мой личный нарколог, обязан отчитаться. Все прекрасно, все хорошо. Живы, здоровы, бодры. Помада от Виктории Бони. Очень классный продукт на самом деле. Сейчас покажу, как я его наношу. Таким способом. Помада моментально практически засыхает и будет очень долго держаться, с ней абсолютно ничего не будет. Ой, ребятки, вы знаете, я прям на себя по-другому посмотрела после работы с Сан-Педрито. Вообще по-другому посмотрела на себя, на свой инстаграм, на свои фотографии. Думаю, боже, где же я? Какой-то вот... Ребятки, вы знаете, я прям на себя по-другому посмотрела после работы с Сан-Педрито. Вообще по-другому посмотрела на себя, на свой инстаграм, на свои фотографии. Думаю, боже, где же я? Какое-то вот это вот все замыленное лицо пластиковое. Мне так захотелось просто обычных фоток, обычных видео, без всяких фильтров, без всяких этих. И я сейчас никого ни в кого камень не кидаю, но просто вот это состояние, когда ты по-другому все это видишь, такой кайф. Вот, хотела поделиться с вами. Теперь буду ставить фотки без фотошопа, блин, и снимать сторис. Без фотошопа. Запускаю тренд. Короче, кто со мной? Сегодня у меня такой продуктивный денёк, ребят. Спортом позанималась, позагорала. И сейчас еще не поверите, пойду на пробежку. Погода шикарная. Сейчас подожду, когда чуть солнышко спадет. И пойду бегать. Что за красота? Ну что за красота? Что за божественный рай? Обхмурить. Я на пробежечку, а сейчас. Смотрю обсуждение в инстаграме.
О, господи! Что самое интересное, ничто не в счет, что я бегаю. Спортом занимаюсь, только с одной Наташей я пошу полтора года. Со своим Никуля я пахала полтора года. С Наташкой мы хоть на пресс начали работать. Раньше только... ягодицы качала. Это все не в счет. Нет. Конечно же нет. Ребят, занимайтесь тоже спортом. Поверьте, у вас... тоже будет офигенная фигура. Ой, у вас все будет замечательно. А самое главное, здоровый образ жизни при всем при этом. Правильно. Питание, хотя не всегда получается. И высокие вибрации, больше ничего не надо. Все, и в 40 ты будешь как 20. И в 60 тоже ты будешь как 20. Добежала до спортзала. Мокрая вся. Да, вся прям мокрая. Такой кайф. Много запросов на ягодицы. Вот одна из машин я делаю около 100 килограммов, то есть для начала можно поставить 50-70. Ну, 110. И будут у вас и гореть ягодицы, и расти безразмерно. Ну, если давно за мной следите, то помните, это мой второй любимый тренажер. Да? Который дает как раз вот эти все местечки. Тридцать пять нам у нас мало, 57 ставим и держим. То есть мы не только его как говорится работаем на инерции. Осознанно, хоп, задержали. Еще классно делать вот так в конце, вот так. Обязательно такие маленькие движения. Прям будет все гореть. И мясо будет нарастать. Так что, ребят, в путь, всем в путь. 75 на весах, плюс килограмм 15 эта штука весит. Вот. Ягодицы будут гореть. Это можно еще 25 добавить.
Да, ребята, вот знаете, мне так понравилось, как сказал Дарио, не нужно умереть для того, чтобы оказаться в раю, потому что наша планета – это уже рай. Это действительно так. И надо относиться к ней именно так. Мои любимые девочки с моего курса «Я женщина-богиня» подарили мне, я просто забыла распечатать, подарили мне вот такую красоту, тут всякая паста, песто-соус. Тогда еще подарили мне, и у меня оно лежало, я забыла, думаю, что за коробочка лежит, а сейчас распечатаю, буду делать ризотто, пасту с трюфелями. Вау! Мои красавицы, спасибо огромное. Я вас люблю. Неужели какие-то такие у меня трусики какие-то необычные, что о них в новостях пишут. Девчонки, трусики для загара. Ну, уже не хотите, чтобы вот так до сюда была белая эта часть. Поэтому такие трусики. В таких я на пляж, конечно, не выйду. Я же не... Я получила вот такое письмо от соседки, от нашей, которая подарила мне как раз этот милый браслет. Причем я забыла, девчонки, спасибо, что напомнили. Я забыла отметить, поставить. Безумно красиво надела и не снимаю. Спасибо. Ребят, я раньше стеснялась своих коленочек острых. Мне казалось, что это так ужасно, что у меня такие кости торчат. А потом мне парень сказал: ты что, Вика, у тебя такие колени красивые. Я поверила, что мои колени красивые. Проснулась то, что такая жара, солнце, конечно, светит не на шутку. А скажите, откуда у вас столько энергии, чтобы весь день на ногах, и вы вообще не устаете? Все нормально, энергия утром, я себя заряжаю, дома нахожусь, и потом уже... Девочки, красавицы, любимые мои, сейчас сделала прямой эфир, рассказывала о том, что мой приятель, мой друг, владелец журнала Forbes Monaco, приезжает в Москву, Луис, вы с ним знакомы, 17, 18, 19 февраля он будет в Москве. Если вы говорите на английском, и у вас хороший английский, напишите ему в личку, он хочет познакомиться с кем-то, кто может показать ему Москву, не знаю, составить компанию. Офигенный мужик, невероятный, он еще бразилец, нереальная энергетика, оставляю его контакт, пиши. Любимые, у меня же еще есть телеграм-канал, а кто не знает, присоединяйтесь, оставляю ссылочку на мой телеграм-канал. Жду вас там.
приходится заправлять бензин. Надо помыть машину. Приходится собой заправлять бензин. Сервиса в Монако нету. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. She took me back to East Atlanta, la na na. All of my heart is in Havana. Ирочка, хочу поблагодарить Иру Art Hair. Я сейчас восстанавливаю свои волосы, и Ирина вместе с итальянской лабораторией разработала линейку для волос: шампунь, бальзам, масло. А дальше маска и еще ампулы от выпадения. Я ими пользуюсь, у меня объем волос увеличился. Это уже моя вторая линейка. Ира, безумно нравится, спасибо, ты большая молодец. Я так горжусь нашими девочками, когда наши девчонки создают крутейшие продукции. Очень круто. Ребят, внимание, розыск. В городе Бремерхамене, Германии, пропала наша соотечественница при непонятных обстоятельствах. 2 февраля она своему другу сказала, что проведет время с семьей, исчезла со всех радаров. Причем, что самое интересное, муж ее не ищет. Он говорит, что она была гуляющая, хотя это неправда. Она была очень ответственная девочка. Он забирал у нее документы, они, паспорт ее и ее дочери, прятал их у мамы, она еле-еле его выбила, они оформляли документы развода. Он не давал развода. Я поставлю фотографию. Кто обладает какой-либо информацией, девочка наша, ну, как бы вообще проходила даже мои курсы, тренинги, поэтому мы как бы своих не бросаем. Хочу, чтобы вы распространили как можно больше эту информацию. Кто ее видел, не видел, я еще поставлю пост, обязательно под постом будет вся информация, куда писать. Очень надеемся, что с ней все хорошо. Сейчас общался с своим другом. У нас зашел с ним спор. Он говорил, допустим, про внешность девушки. Говорит, ну если бы вот не эти губы, если бы не эти брови, мне иногда говорит, ой, а у тебя что тут за морщины? Как вы считаете? Ну просто ваше мнение интересно, мнение общественности вообще. Даже если у человека есть недостатки, другой человек, будучи это мужчина или женщина, должен ли на них указывать или нет? Мне просто интересно. А если он на них указывает, то все ли в порядке с воспитанием этого мужчины или этого человека? Напишите ваше мнение, безумно интересно. Ко мне прилетели девочки-красавицы, драгоценные. Ты на Алину Кабаеву сейчас похожа, да? Кстати. Да, очень красиво. Две Алены, мама и загадай дочка. Желание. Да, я сейчас буду загадывать желание. Мои красотки. Короче, мы сидим у... такая приятная атмосфера. Вот такой вот.
мороженое с медом и орешками мы сейчас будем есть. У кого как, а мое утро сегодня начинается с пробежки, сейчас на часик, а потом, догадайтесь, куда я потом, сейчас я поставлю вариант. С таким невозможно не бегать, ребят, что-то невероятно. Есть идеи, куда собираю чемодан? Хи-хи. А я поехала в Сан-Мориц кататься на лыжах в купальнике. Самый популярный вопрос – конфликт Бузовой и Бородиной. Могу сказать, Оля, ты все достойно сказала, сказала правду. Бородина как вот та собачка-чихуашка, которая может лаять только дома на диване. В глаза сказать ничего не может. За глаза – это мы знаем. В принципе, это уже не новое. Дальше. Бородина пишет о том, что она не влияет того, кого берут телеведущим. А она сказала так. Я не имею влияния, кого приглашают ведущим на проект. Меня звали, когда Дом 2 переехал с на Ю, продюсеры, и потом, цитирую, они сказали, Бородина встала в позу и сказала, если будет Боня, то я уйду. Ну вот, делаем свои выводы. Оль, ты молодец, я на твоей стороне, я тебя поддерживаю. Рай с каской. Просто чудесный вид. Ну что, мы приехали. Это Сан-Мориц, отель Ритц-Карлтон. Завтра я здесь веду мероприятие. А сегодня у нас такой вечер. Вот с такой прекрасной музыкой. Офигенно поет. И с кем же я? С кем же я? Кто же там со мной, а? Кто со мной приехал? Наконец-то пришла домой. Время уже 1:00 ночи. Такой был длинный-длинный день сегодня с путешествиями. Завтра хочу прокатиться на лыжах. Ну и вы же знаете, я буду вести мероприятие. Мурочка со мной приехала. Да, Мурочка? Как тебе? Завтра на лыжах поедешь, Мурочка, или на сноуборде? Ты уже выбрала или нет? Мурочка, как тебе был полет? А? Из Москвы прилетела. Сразу в Швейцарию на лыжах кататься. И потом мы снова полетим в Москву, да, с тобой? Моя красавица с мамочкой путешествует. Вот такая у меня киса. Такая у меня уютная кроваточка. Так, завтра румтурчик хотите? У меня тут прям шикарный номер. Завтра румтур. Голодина. Hello, Annette! How are you? Good to see you. You look amazing. Oh my god. And I'm just showing around. Hi. Мне кажется иногда, что я, блин, самый счастливый человек на свете. Что вы думаете, это такое? Это area, это место, где прохлаждаются люди. Знаете почему? Сейчас я вам покажу. Куда сейчас мы пойдем? А здесь жарко. Надеюсь, что камера не запотеет, потому что это сауна. Сауна, стимрум, короче, там потом можно в снег упасть. Я пошла переодеваться. Как обещала,
показываю вам рум-тур, свой номер. Смотрите, ванная. Ванная с душем, соответственно, и с просто ванной. Это спальня. Спальня, где кто-то спит у нас. А, конечно же, моя Мурочка красавица. Вот с таким видом. Шикарным. Альпы. Дальше. Это еще не все. Все. Дальше. Гостевой туалет и Мурочкин туалет. Далее. Не поверите, это еще не все. Здесь гардеробная. То, что я привезла с собой. И это еще не все. А дальше там у меня... Смотрите, как красиво. Мурочка уже тут как тут. У нас в гостиной вот такой вот вид. И сейчас чуть позже я покажу платье, которое сегодня я надеваю. У меня два варианта платьев. Одно белое, зал белый, вы видели. И одно красное. Я еще пока не знаю, какое именно надену. Вы мне поможете. Ну, а сейчас у меня будет урок скорочтения. Да, Мурочка? Отдыхать хорошо, но учиться тоже нужно. Вот я вчера уже занималась моей писанинкой. Вот. И сейчас еще один зарачик. Ну что, я позанималась скорочтением. Вот, и сейчас мы пойдем в саунку, погреемся. И, может быть, даже завтра пойдем... Сегодня проспала просто. Завтра пойдем покатаемся на лыжах. Короче, вот такие у нас дела. У меня сегодня вот такое белое платье. Я готова. Сделала яркие глаза. Ты готова, дорогая? Чего ты прячешься? Иди покажись. Красотка. Уже пошла суета. Скоро все начнется. Последние подготовочки. Ну что, вот мой сценарий. Самое сложное, ребята, это прочитать немецкие имена. Потому что я, допустим, ну не знаю, как читаются многие из них, поэтому я сделала себе сносочки, но это ладно. Карл Хайнц Кеп. Именно поэтому я написала себе транскрипции на русском. Наденька, моя красавица. Ну что, мы сегодня с тобой классное видео сняли, да, которое в этом, на снегу в купальнике. Надечка сделает мне пару видосиков, так что... Покажу вам чуть-чуть свое выступление. Хотите посмотреть? Зал наполняется людьми. Шампанское льется рекой. Я так рада, что все без масок. Наконец-то. Ребята, наконец-то жизнь возвращается даже в Европу. Это очень приятно видеть. Наконец-то мы все скоро избавимся от этих... Последствия коронавируса и пандемии. A little bit hard for me, and I hope it's not gonna affect anybody personally. So we are for continuing our tradition. Thanks a lot. Started by our dear friends of blessed memory. Называется «Догадайтесь, куда я иду». Я иду не в баню, я иду не в сауну, я иду кататься на лыжах. Да, в купальнике. И это возможно сделать только потому, что у меня есть этот костюм. Если вы видели прошлое видео, когда каталась в купальнике, это как раз были вот эти штанишки от этого костюма. Потому что этот костюм, в нем можно идти в Антарктику, и снизу может быть купальник. То есть под низ одевать ничего не надо.
уникальный костюм, который держит температуру внутри. Мура, ты на лыжи или на сноуборд? Не надумала еще, на какой будешь кататься? Надюшка, ты переживаешь, Надя никогда не каталась. Никогда не каталась. На лыжах, но только в детстве, да? Ну, мы готовы, если что, вот. Как часто вы пользуетесь масками в Инстаграме? Вы же себя показываете не настоящим. Килограмм пудры на плече остался. Так вот. Видите, какие результаты у девчонок после прохождения курса психолога, которого рекомендовала Вероника Хацкевич. Даю еще раз ее контакт, записывайте. Можете написать ей в директ слово «подарок», и она вам бесплатно подарит вебинар. А тем временем мы катаем на лыжах вот так. Надюха не умеет ездить, и я ее торможу. Я говорю, Надя, пицца, блин, ноги пицца сделали. Надюхи трясутся руки, прикиньте, вообще, как испугалась моя девочка. Ну ты молодец, мы приехали в кафе, живы-здоровы, все нормально. Гора, поэтому нормально. Я когда полюбился, я настолько без фильтра, что похер. Смотрите, какой кайф. Сейчас я смонтирую видосик, поставлю, где я на лыжах. Там был папарацци, там, короче, был принц Уильям. И потом папарацци нам сказал, причем папарацци говорит, я фотографировал поцелуй Дианы, принцессы Дианы. Он живет в Монако 30 лет уже, Марио. И он говорит, я ваши фотографии отдам в английскую прессу. Короче, мы там подняли на уши всех, принц, говорит, стоял вот так вот. Они, говорит, смотрели, стояли вот так вот, показывали, типа, а, смотри, смотри, лицо принца было такое удивленное. Но это, конечно, было невероятно. Надя, ты научилась съезжать на попе? Она научилась на попе ездить, блин. Она новую технику разработала. Короче, это было невероятно. Но сейчас мы уже должны собирать вещи и ехать в Италию. You should see me in a crowd. I'm gonna win, there's nothing to hell. Watch me make them bow. Так, кто фильтр не знает, вот этот фильтр, то есть он не меняет черты лица, он просто делает такую крошку и такой ровный цвет лица, незамыленный, с крошечкой. А, и кто-то говорит, может быть, миллиона? Нет, миллиарда. А охват — это когда люди видят, то есть 70 миллиардов раз человек, люди видели этот фильтр. Сохранили его 500 практически миллионов человек. Ну, я очень горжусь, я считаю, что это действительно прям... Но действительно говорит о том, что у нас с вами классный вкус. Этот фильтр Just Follow, можете его здесь нажать,
сохранить у себя и пользоваться. Люблю вас. У меня шикарная новость, которой я хочу поделиться, и я надеюсь, что вы сможете порадоваться. Знаете, очень часто, когда сочувствовать, всегда проще, чем радоваться. Я сейчас нахожусь вот в Монте-Карло, на площади Казино, и сейчас я пойду в бутик. Один из международных брендов часов, с которым мы полгода вели переговоры. И сейчас я буду подписывать контракт, и я буду амбассадором этого бренда. Для меня это большая честь, потому что из российского шоу-бизнеса нет ни одного человека, кто бы представлял такие бренды в Европе. Ну, спортсмены, да, но из шоу-бизнеса нет. Поэтому для меня большая честь. Сейчас я подпишу контракт. Ну, а пока давайте проверим интуицию. Как вы думаете, что это за бренд? И какие новые часы сейчас появятся у меня на ручке? Ну что, бутик, который расположен... Нет, это не Лоро Пьяно. Это не Шоме. Это Убло. Это, кстати, мой любимый бренд. Между прочим, у меня есть пару часов этого бренда. Расположен здесь, возле площади Казино. И я иду именно сюда. Ну что, выбор, глаза разбегаются, я хочу сказать. Хочется носить эти часы постоянно, поэтому вот я думала между такими... Я хочу на белом ремешке такими, но это слишком усыпаны бриллиантами. Тоже, чтобы это не было супер вечерней. Мне нравятся вот такие. То есть меньше бриллиантов. И мне нравятся вот такие. Тоже очень классные. Просто этих нет сейчас здесь в бутике в наличии. Поэтому вот такие, если на белом ремешке. Сказка. Итак, правильно произносятся часы Убло. То есть Т на конце не говорится. И H тоже не Хублот. Убло. И я выбрала себе вот такие часы, практически свадебные. То есть их можно со свадебным платьем надевать. И днем с футболкой, с рубашкой, и вечером с вечерним нарядом, поменяв, допустим, даже браслет или не поменяв. Вот такой выбор. Спасибо вам, кто голосовал. А, это лимитированная коллекция, которая сейчас уже больше никогда выпускаться не будет. Поэтому такие часы должны быть у меня. Ух. Я так рада. Атмосфера, атмосфера, атмосфера. Люди гуляют, мне нравится, все без масок, наконец-то. Класс. Happy birthday to you. Но все-таки я уезжаю на несколько дней. Куда не скажу, и вы не догадаетесь. Только ради драгоценного человека, которого хочется видеть, обнимать и целовать, я, конечно, готова лететь из такой красоты в Москву. Вы видели погоду. А тут приходится одеваться. У Феди есть талант. Это энергетика. Он начинает спрашивать, а почему у меня нет пальцев? Он такой же спортсмен, как и все. Его это прям очень потрясло. Сегодня нас всех разбудила страшная новость о том, что началась война. Причем я была уверена, что не допустят такого развития событий. Это очень страшно. Я хочу поддержать народ Украины. Хочу поддержать их. И сказать о том, что мы не хотим войны. Вы представляете, сколько сейчас призывников, молодых мальчишек должны будут поехать навстречу к смерти? Сколько людей пострадают в Украине? Вы знаете, мои хорошие, да, что я восстанавливаю волосы. И вот сейчас я приехала в клинику, где делают как раз мезотерапию, очень классный японский препарат для волос.
выпадение пропадает, да, волос становится толще, я так толще. Правильно понимаю? Ускоряется рост, помогает при постковидном выпадении волос, что сейчас массово происходит, да. И улучшает полностью все параметры волос. Обалденно, все. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. Хотел бьюти-контент. Девчонки, смотрите, есть такая пенка, она увлажняющая, то есть вот таким образом она выдавливается, наносится на тело как увлажнение кислородное. Очень крутая штука. Девчонки, хотела совет ваш спросить. Я сейчас разрабатываю новые оттенки для своей линии помады Bonnie Beauty. Хотела узнать, какие цвета вы бы хотели видеть в коллекции. Напиши. Thank you. So what's your reaction to what we've seen in the past 24 hours? Well, first of all, I do not in any way support Putin's decision to go into Ukraine. It is causing and going to cause an immense amount. Сейчас вот с Димочкой обсуждали проект. Классно, интересно. В историческом месте. Да. Это стильный, кстати, худи мне очень нравится. Вот. Теплые, крутые, да. Будем возрождать российские деревни. Самый красивый вид Москвы. Мои драгоценные, я знаю, сейчас, конечно, непростое время, уже не буду говорить для всех, для нас. Завтра я хочу в 8 вечера по Москве провести для вас классную дыхательную практику, исцеляющую практику, которая прям выравнивает состояние, потому что все равно эта тревога сейчас у всех, она накапливается. Я приглашаю вас в свой клуб, мы сделаем дыхательную практику, которая поможет снять стресс, проще засыпать, прям вот раздвинуть вот это вот пространство, скажем, нервозности и вот этих вот обстоятельств. Пока подписывайтесь на клуб, и завтра там проведем дыхательную практику по методу Вим. Не, я, конечно, все понимаю, блинчики, все классно. Анжелина, вот это что? В течение 10 минут, ребят, начинаем дыхательную практику на странице Bonnie Club. Если не можете сейчас присоединиться по каким-то причинам, я оставлю ее в записи. Действительно, очень шикарная практика, которая прям сразу будет фокус, центр. И очень круто она, во-первых, ощелачивает организм, она убирает головные боли, стресс и так далее. Обязательно заходите, обязательно подышите, потому что сейчас прям хочется вот какого-то такого контента. Котик, ну одень штанишки. Я понимаю, что мама тебе... Ну, пожалуйста. Мама. Макияж-то... Да. Макияж-то посмотри на макияжила. Is it ugly?
Ну, не так, ну, слишком интенсивно, Анжелина. I like intensive. Ну, так тебе 9 лет. I am the youngest. Самых холодных дней, да, можно? Школу едем. Расскажи, что у тебя за костюмчик сегодня в школе, что у тебя за карнавал? Я Баба-Яга, как бы... И как вот чисто мама. Мама в детстве была в Баба-Яге. Я не хочу, чтобы World War III как бы началась. Не будет. Он говорит, не хочу, чтобы Третья мировая началась. Не будет. Какую ты про Путина шутку? А где ты эту шутку взяла? Sorry, I can't hit you. It'll be animal abuse. Она говорит, я бы хотела ударить. Ну ладно, не буду переводить. Где ты взяла эту шутку? Сама. Сама придумала? Да. Путин из анонима. А кто тебе это говорит? Я же тебе даже ничего не говорю про Путина. Так, а почему у тебя такие... Новостей насмотрелась или что? Да. Ребятчики, российскую аудиторию потихонечку лишают Инстаграма. Еще раз повторюсь, это ссылка на мой Телеграм-канал. И если что, встречаемся там, сохраните себе. Потому что, судя по всему, Инстаграм уже скоро не будет. Байсенго. 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 Все. Мама. Мама. Привет. Петушок, петушок. Золотой гребешок. Да. Я поняла, что сегодня нет слов, абсолютно никаких. Какие бы ты слова ни сказал, ты все равно будешь тварью, и все равно ты, чтоб ты сдохла, и тебе будут писать со всех сторон. Поэтому сразу понимаешь, что людям вообще не нужен мир. Им нужно найти козла отпущения, нужно найти вот этот вот костер, куда они могут вылить свой керосин ненависти. Вас переполняет ненависть. И причем сейчас я говорю это всем народам. Всем. И пока ненависть живет в сердцах у людей, неважно, какой они там национальности, мир будет в жопе в настоящей. Твои. Ну, красавица. Не хочет. Я считаю, что о хорошем тоже очень важно говорить. Я сейчас стала получать огромное количество приятных сообщений с поддержкой. Мне безумно приятно, что есть люди, у которых в сердце тепло, любовь, мир, добро. Спасибо вам, правда, всем.
Все-таки хочется разрядить обстановку, не хочется виноватых искать, то, что происходит на политической арене. Это не говорит о том, что то же самое происходит в сердцах россиян, украинцев. И очень хотелось бы, чтобы мы не поддавались этой панике, чтобы мы не думали, что то, что делает президент России, за которого я больше никогда не проголосую. Я лично за себя говорю, потому что для меня важно все-таки нести то, что я несу, это в мир, это любовь, это все-таки созидание и понимание друг друга. И мне кажется, уже можно было научиться разговаривать. Но многие россияне с этим не согласны. Вы видели, вчера выходили на улицу, поэтому давайте не будем разжигать и накалять атмосферу среди людей. Я все-таки считаю, буду считать Украину братским народом. Повторюсь, мой отец украинец, моя мама русская. И я даже хотела получить украинский паспорт. То есть для меня это любимый в связи с нестабильной обстановочкой. Сейчас очень многие заводят свои телеграм-каналы, даже те, у кого их не было. Я оставляю ссылку на мой официальный телеграм-канал, чтобы не потеряться, мало ли, может быть, мы решимся уже не только частично Фейсбука, но и Инстаграма. Поэтому присоединяйтесь, ссылка есть, пусть у вас будет мой канал на связи, я там тоже бываю, так что жду всех. Все уговорила, поедем завтра в Италию с тобой. Ну что, ребятки, я подстриглась и покрасилась. Вот, как вам такая причесня? Мне кажется, что очень даже легко и беззаботно. Сейчас разговаривала с девочками, которые здесь работают на юге Франции. Они говорят, что у многих отнимают банковские счета здесь, на юге Франции. И, соответственно, ну, в Монако, допустим, если был банковский счет, его отнимают. И после этого тебе звонят и говорят, мы у вас лишаем резиденции. Вот такие дела происходят. Ну, в принципе, они происходят с 2014 года. Ну, вот так вот отсюда потихонечку выживает русскоязычное население. Ну, у меня все-таки дочка, она гражданка Монако. У меня немножко другая история. То есть я свои как бы документы получаю раз в 10 лет. Я не имею на 10 лет действительно, но вообще вот такая у нас история здесь происходит сейчас. Так, к слову. You want to bamba? You wanna G with the big boys? Now you the wrong, get the kitty, you the wrong, get the cat and off the drink, what the trap? Для тебя все это чудо для тебя. Thank you. Саймон прислал вот такие вот классные тинты для кожи, сейчас буду пробовать. Thanks, my dear. I got them. Дорогие мои друзья, все те, что думают, что это еще постановочное видео или постановочное фото, я настоящая, я не актриса. You know, Putin decides he's going to just invade Russia. Nothing like this has happened since World War II.
оговаривают, что завтра Инстаграм уже не будет доступен в России без VPN, по крайней мере. Поэтому еще раз указываю свой Телеграм-канал. Мы там, в принципе, я даю площадку для обсуждения новостей. Люди могут писать комментарии, различные новости. Так что подписывайтесь, я вас жду всех. Ну все, друзья, приехали. ТикТок в России тоже закрывается. За распространение фейков. Еще раз говорю, Телеграм-канал я указывал там. Поэтому... Появились сомнения, что я мажусь кремом. Я вижу там комментарии к тому прямому эфиру, который я сейчас сделала. Вот, 15 лет рассказываю о том, сколько Инстаграм существует, что мажусь кремом ручной работы, который делает именно мой дерматолог, именно по старинным русским рецептам. И другой никакой крем, я даже не могу заменить его ни на какой другой крем. Ребят, те, кто слышал, подтвердите. Даже покажу вам баночки, друзья. Покажу, что это без надписи, без этикеток. Действительно, кремы изготовлены вручную. И рецепты у нас такие шикарные в нашей культуре, что лучше этого крема я не пробовала ничего. Не покажу с кем, но обсуждаю очень интересные дела. Да? Это мой любимый фильтр. Мне так нравятся эти усы. Я о чем хотела сказать? О том, что сейчас в моем телеграм-канале уже 70 тысяч человек. Это очень круто. И я помимо того, что делюсь новостями, которые я собираю по всем ресурсам новостным, хочу сейчас через пару дней начать говорить о том, что все-таки это время возможностей. И я хочу, чтобы вы тоже его так видели. Это действительно так. Таким контентом тоже буду делиться там. И очень много мне пишут и спрашивают: Вика, Инстаграм заблокирует. Я не знаю, но потихонечку что-то происходит. Слава богу, пока он работает, но всегда очень классно обезопасить себя, поэтому жду вас на своем Телеграме. Там есть аудиоформат, очень классно записывать. И аудиосообщение. И еще вы можете комментировать, потому что здесь я вижу комментарии только последних там 10 или 15. Я в своих постах не могу прочитать свои собственные комментарии. А там у нас есть возможность общаться. И это твой. Сейчас, секундочку. Хочу показать атмосферу. Смотрите, какая красота, шикарно, все мирно, дружно и красиво. Это красота, да красота. Офигеть. Ух ты. У тебя уже целая коллекция, Анжелин. И розовые у тебя классные изики. Таких даже у меня нет. И такие, как у мамы у тебя есть. Классная коллекция. Да. Да. Спасибо нашим ребятам из Москвы, которые тебе достают любого цвета изики. Одевай вот эти, мне кажется, они хорошо подойдут. Эти? Да. Классные. Ну вот эти вообще мои любимые, ты их почему-то еще не надевала с каким-то таким стильным нарядом. Может, вот эти лучше? Давай эти. А у нас в детстве проблема была, носить было нечего, понимаешь? А сейчас доченька носит даже мамины изиги, которые... Чей палец вот здесь грязный? Это не мой палец. И вот эти ты мои ботинки носила.
Я тестирую свой новый фильтр. Потому что фильтров хороших мало. И так как мой фильтр уже скоро наберет 100 миллиардов охватов, Just Follow, хочу сделать еще такой более... Такой солнечный день. У нас уже образовалась традиция. Мы с Алиной завтракаем, пьем чай по утрам. И уже вам нет. Она подарила. Ну поздоровайся, скажи hello. Hello, everybody. Какой у нас вид за окном, смотрите. Элина настоятельно настаивает уже не одну неделю. Говори сама. Да, что пара распалась очень красиво. Самая красивая пара на Лазурном берегу. Ну какая я пара? Сейчас, ты и Алекс. Да. Я думаю, что сейчас все взрослели. Прошло 10 лет. Она мне говорит, мне кажется, вам надо сойтись. Да, а почему нет? Вот посмотрите, ребенок уже есть. Это будет как Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Он повзрослел, ему больше не 27 лет. Он научился заботиться о тебе. Вот посмотри, сейчас он машину дал, то дал. Постоянно заботится о тебе. Я считаю, что это самая красивая идеальная пара. Ты родишь второго ребенка, и будет все просто супер. Элина мне каждый день говорит, так, тебе надо сойти с Алексом. Надо сойти с Алексом. Вообще, мне прорывает мозги. Ну просто красивая пара, реально. Счастливый человек заботится. А вы как считаете? Красавцы. Ребят, мне надо сойти с Алексом? Да, обязательно. Я как подруга знаю. Хорошо, сейчас узнаю. У нас сегодня такое шикарное солнце, чтобы загорать. Вот сейчас я буду загорать. Мои любимые трусы для загар. Потому что с Коста-Рики я уже похудела. Ой, похудела. И похудела, и загар ушел. Я хочу похвастаться, что мой фильтр Just Follow использовали только для рилсов 800 тысяч раз. Скоро будет миллион видео. Это только рилсы. А сторисов снято больше 70 миллиардов сторисов вообще. И сейчас я запускаю еще один фильтр, который тоже будет очень крутой, просто чуть-чуть с другими оттенками. Ждите. Прям на днях, может быть, сегодня даже утвердят. И он будет называться Real Me. Настоящая я. You can go whenever it suits you, but I don't think you get an appointment now. I think it's too. Девчонки, отмечайте меня с фильтром. Снимайте видео. Я буду смотреть, как он на вас смотрится. Пробуйте и пишите обратную связь. Буду рада узнать. Любимые мои, у кого фильтр не работает, фильтр, который показывал предыдущий сторис, нужно просто перепрошить ваш iPhone на более последнюю версию. И тогда все заработает.